В следующем 2015 году власти хотят раз и навсегда решить проблему очередей в дошкольные учреждения Омска. Сегодня они заявили, что для этого в городе появится сразу 19 новых детских садов. То есть на 4 больше, чем планировали раньше. Теперь все в руках депутатов горсовета, которые должны утвердить поправки в бюджет 2015. Если они будут приняты, то дополнительно к 5000 мест, которые планируется открыть, появится еще несколько сотен. Предлагаем предусмотреть 14 355 000 рублей на строительство 5 новых детских садов. Одна из них пристройка к школе номер 138 и 4 детских сада. Первая станционная — улица Конева, 12 микрорайон, Лисицкого, средняя общеобразовательная школа 138, номер 138 и биофабрика. Дополнительные средства, которые нашли власти, планируют направить и на повышение зарплат специалистам детских клубов. Сейчас-то в среднем они составляют 7 500 рублей. Бюджетные деньги также пойдут на содержание спортивных секций. Все, что касается другого, это спортивные объекты по месту жительства в местах общего пользования. Это в основном грантовая политика. Это гранты, которые будут выделяться общественным организациям, прежде всего, которые будут проявлять свою инициативу с точки зрения улучшения окружающей среды. Это набережные РТШ, это парковые территории, это пляжи города Омска, там, где люди отдыхают. Посмотрите, как сегодня активно люди участвуют на спортивной дорожке на набережной и уличных тренажерах.